Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас с вами мороженое, мое любимое. Пока лето, пока жарко, нужно пользоваться моментом и снимать как можно больше видео с мороженым. Хотя можно сейчас снять, а потом оставить и выложить где-то в декабре. Тоже будет прикольно, да, в декабре мороженое. Итак, взяла разные. Это темный шоколад, молочный шоколад и белый. Под прошлым видео было много комментариев по поводу того, что как познакомились двоюродный брат со своей женой. И много залайканных комментариев. Хочу вам рассказать. В общем, у меня тетя работала учительницей. Сейчас она, правда, на пенсии, но все же. А первая жена двоюродного брата. Она тоже работала в одной и той же школе с моей тетей. Подробностей, если честно, я особо не знаю, но вроде как он ее увидел, понравилось, начали общаться и в очень скором времени поженились. Она тоже лезгинка. Когда мой папа женился, для него, например, самое главное было, чтобы его жена была одной национальности с ним. До каких-то пор я тоже считала, что так должно быть. Но сейчас смотрю, столько наших девчонок-азербайджанок выходит замуж за арабов там. Из-за иностранцев. Все счастливы живут. Так что национальность, по мне, это не главное. И вот сколько мой двоюродный брат живет? Лет, наверное, 12-13 они в браке. Хотя такое ощущение, что это было лет 5 назад. Я помню, в салоне укладывалась. Впервые в жизни я была в салоне, когда собиралась на их свадьбу. Как в салоне. Это просто была парикмахерская под домом. Было бы желание, вторую половинку можно встретить где угодно. В самой неподходящей ситуации. Большинство девушек, которые говорят, что я не могу себе никого не найти, у меня нету человека по душе, они просто никому не дают шанс узнать их. Вот у меня есть подруга. И она хочет любовь, как в турецких сериалах, чтобы мужчина добивался ее, ходил везде за ней. Я ей всегда пытаюсь объяснить, что это всего лишь сериал, в жизни такой не бывает. Когда ты говоришь «нет», человек понимает под этим «нет», и все.
Так вкусно. У нас сегодня прям какой-то АСМР получается. Мы вчера были на пляже. Я так угорала. Мне брат говорит, я с женой и с тремя детьми, когда мы платили за вход. Типа я тоже его старшая дочь. Если на минутку задуматься, если бы он женился бы в 18, у него была бы дочь такого же возраста, как и я, прикиньте. Ровно на 18 лет меня старше. У нас сосед в деревне, это тот, про который я вам рассказывала, который кошек топит, который про Твикса плохо отзывался и называл его уличным бомжарой. Ну, в общем, он говорит, что вот я, говорит, женился рано, я безумно счастлива от этого. У меня сейчас внуки, уже взрослые. Получается, он возрастом, как мой отец, и у него уже внуки, прикиньте, уже взрослые. Сам женился лет в 19-20. Получается, дочь его выскочила в 16. И у дочери уже такие взрослые дети. Он так хвалился этому и говорил, это так круто. Я смогу увидеть правнуков, а потом прапраправнуков, если Бог даст здоровье. Я всегда думаю, а зачем видеть прапраправнуков? Все равно этим детям особо ты не будешь интересен. Конечно, мнения у всех разные, но я не сторонница ранних браков. Не только среди женщин, но и среди мужчин. Наверное, не к столу. Видела видео на ютубе. Сняли репортаж про семью. У них семеро детей. К сожалению, ни у мужа, ни у жены нет образования. И мужу пришлось продать почку, чтобы прокормить какое-то время семью. И смотря на такие ситуации, хочется просто спросить, а к чему это все надо было? Сначала встань на ноги, создай какой-то уют, дом. У меня, например, друг детства, ему уже скоро сколько? Ну, года на два он меня старше. Ну, по деревенским меркам ему уже пора жениться. Причем давно. Там в 20 женится. Ну, в общем, и он построил уже дом, у него есть стабильная работа, он уже думает о своем будущем и хочет себе жену тоже подстать. То есть это не значит, что если деревенские, то все они одинаковые. Нет, все мыслят по-разному. То есть до того, как жениться, в свои эти годы он уже построил себе дом. Уже создал себе какую-то почву. А его мама лет с 20 ему постоянно: женись, 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 женись. А он конкретно
знал, чего он хочет. Одноэтажный небольшой дом, но зато свой. Продаст он его минимум за 1,5 миллиона. А это уже инвестиция, чтобы начать что-то. Поэтому я так смотрю на него и думаю, во, молодец, реально. Меня, наверное, опять захейтят, но я считаю, семья в семье — это не то. Например, молодой парень женится, продолжает жить с родителями, так как он финансово еще не стоит полностью на ногах. Получается, отец помогает ему содержать его семью. И получается, в их семье они такая маленькая ячейка общества. Я даже сейчас, хотя я девушка, в принципе, да, по идее, все эти материальные вопросы должен решать мужчина. Но даже сейчас я не могу сказать, что я на 100% готова к семье. Как говорит моя мама, ты будешь готова к семье на пенсии. И что, мне столько ждать? В этом плане у меня отец вообще кайфовый. То есть он никогда тебя не торопит. Всегда поймет, поддержит. Папа женился очень поздно. Но при этом он не жалеет. Вот некоторые говорят, появится ребенок, Бог даст и возможности. Не всегда это так. Ну что за мороженое, а? Очень нравится. Вчера мне парень говорит, вот тебе везет, говорит, ешь сколько хочешь. И не поправляешься. Ну как такое возможно? Вроде не двигаешься. А мы-то с вами знаем, что я особо-то и не ем. Вот сколько бы я ни ела, сколько бы я прям яиц не съел, там яичницу из 10 яиц. Бабушка такая подходит ко мне и говорит, исхудала совсем, сколько можно работать? Иди поешь нормально. У меня бабушка считает, что я очень худая. И иногда, когда родственники... Какие-то знакомые приходят в гости, бабушка такая говорит, совсем худенькая, ничего не ест, только работает.
родственники такие сразу. Мы-то видим, как она не ест. Вот реально, сколько бы ты ни съела, все равно бабушка считает, что ты голодная. Уже тает, надо быстро есть. Шесть мороженых, это вот самый раз, это в точку. Ты прям наедаешься, где-то дня 4 тебе мороженое точно не хочется. А вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Кеймли.